Всем доброго времени суток. Сразу хочу заострить ваше внимание на том, что в данном и последующих видеообзорах не будет идти речь о предложении приобрести какие-то курсы, занятия. Также речь не пойдет о том, как инвестировать в Форекс, играть в казино, вкладывать деньги в различные финансовые пирамиды и прочее. Этот обзор я посвящаю теме, как заработать на микрокредитах. Сейчас я вам расскажу, как заработать приличные деньги без собственных вложений на двух видах заработка в компании WebTransfer Finance. Первое. На привлечение рефералов. Компания пополняет ваш баланс в WebTransfer на 50 бонусных долларов за каждую правильную регистрацию с помощью вашей реферальной ссылки из любой социальной сети. Подтверждение регистрации возможно только через реальный рабочий аккаунт социальной сети. Фейковые, ненастоящие аккаунты не засчитываются, поскольку проходят модерацию. Более того, это вам не выгодно, так как вы потеряете возможность получать заработанные впоследствии деньги. Давайте подробнее рассмотрим вопрос вашего вознаграждения. Компания WebTransfer развивает социальную кредитную сеть с 2013 года и с целью быстрого продвижения на нашем рынке предлагает активным зарегистрированным пользователям щедрое вознаграждение в 50 бонусных долларов за привлечение. Или это примерно 1700 рублей, смотря какой курс доллара на момент просмотра данного видеоролика. Подобная практика широко распространена. Например, многочисленные банки щедро вознаграждают веб-мастеров за привлечение заемщиков, за выполнение заявки в получении кредита и так далее. Размер оплаты у различных банков отличается, но тем не менее заработки в этой сфере одни из самых высоких. Существует ряд ограничений для вывода заработанных денег. Действие акции ограничено бюджетом рекламной кампании. Скорее всего, возможность заработать этим способом будет только в течение ближайших нескольких месяцев, поэтому не упускайте такой шанс. Нельзя 50 долларов сразу так взять и вывести на ваш кошелек. Их можно использовать только для выдачи кредита другому участнику социальной кредитной сети. Но это несложно и делается на автоматизированной платформе WebTransfer Finance за пару минут. Главное перед этим полностью завершить свою регистрацию, пройти модерацию и заполнить свой профиль. Вы можете выводить с кошелька только заработанные проценты. Чуть позже покажу, как заработать с 50 долларов 27. Еще одно ограничение такое, что воспользоваться бонусными деньгами можно только в первые 7 дней после регистрации вашего реферала. Если вы их не задействовали в течение этого времени, то они сгорают, то есть возвращаются обратно в рекламный бюджет компании WebTransfer. Но вы не пропустите бонус от компании, так как вам будет придет уведомление на ваш e-mail после каждой регистрации. Также обратите внимание, что бонусные средства могут быть выданы только один раз за каждого реферала и только с опцией гарант, что защитит вас от риска невозврата займа. В общем-то, вы и так защищены, поскольку не вкладываете в выдачу займа ни одной копейки. Еще одно ограничение. Займ другому лицу кредитной сети выдается на срок минимум от 3 и максимум до 30 дней. После возврата займа 50 долларов уходит обратно в рекламный бюджет компании. А вы можете вывести, как я уже говорил, на кошелек заработанные проценты. На сайте WebTransfer Finance на калькуляторе легко подсчитать ваш заработок. В принципе, вывести деньги вы сможете уже и через 3 дня. Можете попробовать. Только это будет с 50 долларов при максимальной ставке в 3% в сутки всего 2 долларов и 25 центов. Или примерно 75 рублей, что в общем тоже неплохо. Но если говорить о более серьезных деньгах, то лучше ставить максимальный срок 30 дней, так как такие подарки в 50 долларов за каждого реферала вам никто повторно не предложит. С 50 долларов в итоге вы заработаете 27 долларов или 920 рублей. Если у вас один реферал, то вы зарабатываете 27 долларов по такой схеме. Если 10 рефералов, 270 долларов. Со 100 рефералов вы заработаете, естественно, 2700 долларов. А эта сумма уже серьезная, так как на уровне 90 тысяч рублей.
Итак, допустим, прошел первый месяц, у вас появились халявные деньги, и тут есть два пути. Первый путь – снять заработанное, потратить, снова искать рефералов. И второй путь – не снимать заработанное, хотя бы сначала, а снова вложить в выдачу займов. Используя максимальные ставки, например, 3% в сутки на 30 дней, с каждой 1000 долларов вы будете зарабатывать 540 долларов. Если у вас 2700 долларов, то вы заработаете с них 1458 долларов, которые вы можете уже снимать каждый месяц. Если 30 дней – слишком длинный срок для вас, то выдавайте кредиты на 10 дней, а потом снимайте заработанное на ваш кошелек. По сути, то, что я вам сейчас показал, это уникальный шанс с полного нуля получить готовый бизнес без вложений собственных средств. Его упускать однозначно нельзя. От вас требуется только активность. Я уверен, что 100 приглашенных по вашей ссылке – это не предел. Кто-то строит свои реферальные сети, состоящие из нескольких тысяч человек. Даже страшно представить, на какие заработки может выйти такой активный пользователь. А теперь я коротко расскажу о втором виде заработка на реферальных ссылках. Из числа приглашенных вами обязательно найдутся те, кто будет давать другим участникам социальной кредитной сети взаймы. И вы на этом заработаете еще больше. Поскольку выплаты от WebTransfer Finance составляют 50% от гарантийного фонда данного займа. Допустим, участник, которого вы пригласили, выдал другому участнику, ну, неважно какому, кредит в размере 1000 долларов на 30 дней под 3% в сутки. Общая прибыль составит 900 долларов. 360 долларов уйдет в гарантийный фонд. И из них ваши 50%, то есть 180 долларов. Хотел сказать еще несколько слов на тему, почему я и мои партнеры выбираем для заработка компанию WebTransfer Finance. А WebTransfer существует с 2006 года и ведет свою деятельность во многих странах мира. У нее есть офисы в Америке, Китае, Великобритании и России. WebTransfer – очень серьезная компания, которая напрямую работает с крупнейшими банками России, например, с Альфа-банком, ВТБ-24 и так далее. На сайтах многих банков WebTransfer указан как партнер. WebTransfer – это первая и единственная компания, которая застраховала электронные кошельки своих пользователей на сумму до 5000 долларов с помощью страховой компании InGoStrach. Кроме того, мне нравится то, что у компании WebTransfer есть свой гарантийный фонд в случае невозврата займа участникам социальной кредитной сети WebTransfer Finance, вы в любом случае получаете обратно свои проценты. Если смотреть шире, то с компанией WebTransfer Finance можно построить карьеру. Сначала вы как обычный представитель, затем VIP-партнер, региональный представитель, федеральный представитель. Кроме того, WebTransfer Finance протестировано лично мной и моими партнерами. Мы получили ожидаемый результат, мы получили прибыль, и в своем видеоотчете вы увидите, как я вывожу заработанные средства. Я вам покажу на примере. Я делал несколько заявок, одна из них была на сумму 250 долларов и несколько на сумму 500 долларов. Заработок мой составил следующие цифры. С 500 долларов 165 долларов была прибыль, полученная за 11 дней. 74 доллара, это 45% от этой суммы, ушло в гарантийный фонд. То есть моя чистая прибыль – это 90 долларов. И из 250 долларов чистая прибыль – 45 долларов. Вот если посмотреть, сколько заработал мой вышестоящий партнер, тот человек, по чьей реферальной ссылке я зарегистрировался в системе, то мы узнаем, сколько же он заработал. По моей просьбе, мой партнер прислал скрин своего отчета. Давайте его посмотрим. Итак, 18 долларов 56 центов система ему выплатила
за мой вклад в $250. И, соответственно, за вклад в размере $500 он получил $37.12. Ну, представьте, какой это приятный заработок. Если у вас только один кредитор, а если у вас их 10 или 50, я думаю, несложно найти среди всех своих знакомых или в социальных сетях, или пригнать откуда-то трафик. Представьте, сколько вы можете на этом заработать. А теперь давайте посмотрим, как я вывел свои средства. Еще вчера здесь была сумма $3839, сейчас уже 3000. То есть я их уже вывел. Для того, чтобы вывести, нужно нажать на мой кошелек. Далее нажимаем запрос на вывод. Вот, обратите внимание, $839 уже сняты. Нажимаем запрос на вывод, указываем сумму. Так, теперь мы переходим в LeakPay. И вы видите, что сегодня пришла сумма $828. Недостающие $8.5 являются процентами системы. То есть меня сняли 1% и еще $1. Система работает, деньги я получил. Делайте выводы, дамы и господа. Регистрируйтесь по моей реферальной ссылке, изучайте информацию на сайте, ищите отзывы про эту компанию, то есть делайте все то, что делал и я, прежде чем доверился компании WebTransfer.